Кайона. Здравствуй, мой родной. Прибыл я в Одессу встретиться с тобой и припасть к могилке, зарыдать душой. Но ведь ты не умер, с нами ты живой. Помню, как при жизни встретил я тебя. Мне благословение дал ты, голубка, и храню поныне этот добрый дар. Книжицу о вере, что мне завещал. Теперь не выйдешь встретиться со мной. Памяти лишь вижу твой усталый взор, светлую улыбку, щедрость, доброту. Ты теперь взираешь небо красоту. Нас учил без Бога, нам не до порога, а теперь на небе у его чертога. Батюшка Иона, помолись за нас в этот неспокойный и лукавый час. Ты своим поленцем нечисть выбивал, на путь христианский всех благословлял, укреплял нас в вере и предупреждал не быть кривоверным, чтоб Господь спасал. Вразумляй с любовью с Божьих небес, чтоб молитвой с болью попалялся бес, чтоб не забывали, кто мы на земле, Бога прославляли, помня о тебе, чтоб не забывали, кто мы на земле, Бога прославляли, помня о тебе.